Акция «Мы идем на встречу с памятью», проводимая нашей телерадиокомпанией, в самом разгаре. В ее рамках абсолютно бесплатно можно обновить, увеличить, распечатать и привести к единому формату фотографии участников Великой Отечественной войны. Для участия в акции «Бессмертный полк». Она традиционно состоится 9 мая. Скажи, пожалуйста, что ты сейчас делаешь? Штенд для 9 мая. А что для тебя значит этот праздник? Праздник Победы. Вот. Праздник наших бабушек и дедушек, которые сделали так, чтобы мы жили в таких условиях. А ты делаешь это на добровольной основе? Приходишь сюда просто так? Да, помогаю людям. Этой работой ученики третьей школы занимаются с большим удовольствием. Для того, чтобы изготовить такой штенд, необходимо совсем немного. Черенок, фанера, клей, пара гвоздей и около часа времени. Но для ребят ни время, ни потраченные силы не сравнятся с той пользой, которую они приносят. Мы это делаем ради победы. Наши деды воевали на этой войне. Мы должны тоже сделать свой вклад в это дело, в наше государство. Изготовление штендера – это только один из этапов для того, чтобы участники акции смогли пройтись в рядах бессмертного полка. Это уже не первая фотография, которая станет участницей этой всероссийской акции. Магазин «София» в лице руководителя Дмитрия Крыкалова откликнулся стать участником совместного проекта. Память отцов и дедов надо хранить вечно, потому что мой дед погиб на Великую Отечественную войну. Много знакомых погибли, и много очень наших советских солдат сложили головы, чтобы нам жилось в наш очень хорошо, и не было никакой больше войны. Акцию наша телерадиокомпания проводит совместно с региональным центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Благодаря совместным усилиям уже удалось обновить порядка 50 фотографий фронтовиков. В этой акции мы не остались одиноки. Откликнулись нам помочь и школьники школ номер 1, школы номер 3, учащиеся школ округа, города, которые занимаются в кружках самодеятельности при Доме детского творчества. А также фотографии нам печатает сеть магазинов «София». Заказчику остается только прийти в нашу телерадиокомпанию за готовым портретом. Вообще великолепно выполненная работа, очень, значит, профессионально, хорошо сделаны фотографии, и полагаю, что именно вот с этими фотографиями мы сможем принять участие в акции «Бессмертный полк» не только в этом году, но и в следующие годы. Спасибо огромное. Продлится прием заявлений от родственников ветеранов до 4 мая включительно. Каждый заявитель должен заполнить специальную анкету и принести фотографию по адресу улица Ленина, дом 25А. Ирина Цепетова, Елена Семеновичева, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».